Главное открытие было сделано. И непонятные прежде факты сразу нанизались на этот стержень, образовав стройную систему. Исследователи до Мечникова замечали, что вокруг занозы группируются белые кровяные тельца-лейкоциты. Но считалось, что лейкоциты, столкнувшись с инфекцией, всего лишь выполняют роль ее переносчиков по организму. Однако опыты Мечникова с личинкой морской звезды, у которой нет ни сосудистой системы, ни кровотока, доказывали другое. Почуяв неприятеля, лейкоциты сами подбираются к нему. Атакуют. Они часовые и защитники организма. Мечников назвал их фагоцитами, пожирателями клеток. Теперь становилось понятно, как выживает многоклеточный организм в окружении враждебных микробов.